Видишь что-нибудь? Ты со мной, друг. А? У нас два живых. И охуенно готовых вернуться домой, морпеха. Рэгбист Койоту 2. Проверка. Прием. Это Койот 2. Слышу хорошо. Транспорт выдвигается. В 5 часах лету от вас. Прием. Кажется, мы выбрались. Мы победили. Поразительно. Так, тихо. Интересно, те пастухи еще здесь? Сейчас бы пивка. Охренеть, блин. Все разнесли. Да вы издеваетесь! Thank you.
Закрыть ходы! Задержим их! Надолго это? 6 минут. Надо держаться. Это слишком долго. Я не могу ускорить луну. Прорываются! Загоним этих тварей в ад! Их слишком много! Черт! Нужны патроны! Ну и что нам делать? Где патроны? Это, блядь, ракеты! Огонь! Мы их задержим! Рад был знакомству. Ah!
Мне нужно к сыну. Сувенир. Салим, стой. Удачи, брат. Давай, поздравь от меня Зейна. Спасибо, Джейсон. Прощай, друг. Увозите нас отсюда. Приступить ли, устоять, от них зависело. Неплохо. Часть подопечных пришла к свету, но прочие пали жертвой тьмы. Плата за выживание бывает высока, но иногда платить вынуждены другие. Жду нашей следующей встречи, возможно. Мне следует выбрать для нее более домашнюю историю. Про место, где вы сможете прекрасно выспаться. Вот только будьте уверены, покинуть его будет очень сложно. Вы знаете, где выход. До встречи. Опоздал и плохо выглядишь. Я с ночного рейса. Что насчет тебя? Как полет? Фильм говно, еда говно, ногам тесно. Сидел в хвосте? У туалетов. Круто. Ну, кофе был ничего. И кексы хороши. Отчет читал? Пока летел. Как дела у аналитиков?
Разведгруппа понесла тяжелые потери, но могло быть хуже. Просто некоторых пришлось от пола отскребать. Бедняги. А существа? Ничего подобного не видели. Колчик Джейсон, лейтенант разведки морской пехоты. Лучший из лучших, да? Ну, так они говорят. Черт! Сколько раз мне повторять одну и ту же историю? Я понимаю, но ЦКВС необходимо устранить все нестыковки. Какие? Здесь ничего не стыкуется! Например, почему вы вступили в союз с врагом? Тебя там не было! Твари рвали нас на куски, мне насрать, кто он! Нам нужна была помощь! Я вернулся туда, чтобы спасти Салима! Он стоил 5 таких, как ты! Сэмбер, сука, Фай! А Рэйчел Кинг? Только Богу известно, что стало с Рэйчел. Лейтенант Колчик. Нехороший кашель. Как раз пришли результаты биопсии. Наш герой не будет жить долго и счастливо. Сколько он протянет? Надеюсь, на эксперименты хватит. Так они объединились внизу с иракским солдатом? Из республиканской гвардии. Можешь себе представить? Чем он так Колчика впечатлил, что тот решил за ним вернуться? Скорее бы увидеть его. Не выйдет. Он сбежал. Что это значит? К прибытию группы эвакуации его и след простыл. Уже до границы мог добраться. Вот же хитрый ублюдок. Теперь понятно, что Колчик в нем увидел. Аналитики все еще извлекают образцы с места. Там просто бойня. Динамит взорвали? Мы не знаем, где они его раздобыли. Нет, 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 нет. Все. Я вам говорю. Это был город. Полный город этих тварей. Там были коконы. Тысячи коконов. Сколько организмов оставалось в живых? Много. Очень надеюсь, что они все сгорели. Это прямо второй Уинтерфолд. Ага. Так, тут у нас полковник Эрик Кинг. Наш штатный гений. Он явно не рассчитывал на такую находку. Все учебники по биологии можно выкидывать. Эти твари, они развиты, они сильнее нас, они умнее нас. Если не хотите упустить ситуацию, прислушайтесь ко мне. Никто не сомневается в серьезности ситуации, полковник. Да, ведь большая часть команды не выбралась. И мне жить с этим. Обсудим Целус. После такого долго кошмары снятся. А паразит? Где он? Пока внутри. И тоже мертв. Смотрела ее досье? Да. Могла далеко пойти. Если бы не это все. Воскресенье еще в силе? Дженнет готовит жаркое, конечно, в силе. К этой работе нельзя привыкнуть. А что хочется? В этот раз хоть все локально. Да, хоть так. Ну, что ты об этом думаешь? Не важно, что я думаю. Сейчас главное – контролировать поток информации. Для остального мира здесь ничего не произошло.